Эти друзья на это ужасное зрелище. Я вообще не ожидала даже, что этот наш любимый мой прудик, что он вот так вот выглядит. Вы смотрите, что творится, он весь замерз. И это вот даже на то, что сейчас плюс 5, я же говорю, я иду на бассейн. Я до этого сюда не спускалась. Вот такая вот тоже я, не, как сказать, не очень обязательная. Птиц своих не спускалась кормить. И сейчас буду я смотреть, что с ним происходит. Я вообще-то в ужасе. Посмотрите, ведь замерз весь пруд. Вот такие вот уточки тут. Вот они ходят, бродят, бедные. Ой-ой-ой, вот посмотрите, что творится. Вот они немножко плавали, а теперь вот... Вот такой лед. Боже. Боже. Я не ожидала, что тут такое. Я думала, что минус... 4 у нас было. Нет, было минус 7. Самая низкая температура была минус 7. Это было ночью. И вы посмотрите, что произошло. Оно все у бедных птиц. Замерзло весь пруд. Сейчас подойду туда ближе. Я просто сама хочу посмотреть и вам показать, как тут бедные они. Не погибли наши птицы? Вот они, утят, утятки, раньше, утки, вернее, говорю утятки, чтобы не подумали, что я говорю о маленьких. Нет, это большие утки, вот раньше они тут плавали, а теперь они вот ходят, бедные. А там вот вдалеке, я смотрю, сидят они все, нахохлились, а гуси, так что-то вон гусь наверху стоит, он даже не хочет туда и спускаться. А что же с нашими лебедями, пойдемте посмотрим. Вот вы посмотрите, он меня увидел, лебедь. Посмотрите, посмотрите. Он как ледокол. Он как ледокол. Ой, ты бедненький, да не ходи, ты маленький мой. Он прямо, ой-ой-ой-ой, боже. Я сейчас, наверное, буду плакать. Ты же сейчас там застрянешь. Ну куда? Господи, ну посмотрите, что творится. Масечка моя. Ты идешь ко мне, думаешь, я тебе принесла поесть? Боже, а я не принесла. Сейчас я пойду срочно им что-то покупать. Посмотрите, что творится. Он, слушайте, он не застрянет там, я прям не знаю. Я не могу это видеть. Им уже холодно. Ой, боже, боже, боже. Ну, ты пришел ко мне, мой хороший, маленький. Мое золотко. Ты видишь, что у меня нет ничего покушать. Ты, наверное, ой. Слушайте, вот вы знаете, вот у меня такие вещи. Они меня просто доводят вот как-то. Не знаю до чего. А он собака. Видите, как он зашипел? Кыш, собака. Вот собака, и он, видите, шипит. Сразу. Все-таки боятся. Глупое собачье, ё-моё. Мало им тут проблем. Вы знаете, все, я иду срочно покупать какую-то еду. И я срочно иду их всех кормить. Друзья, я просто не знаю, я в шоке. Как они тут бедные. Боже, какой ужас. Знаете, мне казалось, что за ними кто-то должен следить. Ведь здесь у нас это такой, просто в центре этот пруд. И столько здесь лебедей, как я говорила. Они же все под защитой королевы находятся. А получается, что... Это если он ко мне так ломился, вот он меня узнал. Вот он пошел назад, он понял, что я ему ничего не принесла. Ой, друзья, я сейчас буду плакать. Все, я срочно пошла за кормом. Пока-пока.